Улица Самарская, пересечение с Ульяновской. В то время как город готовится ко сну, за дело берутся дорожные службы. В городе возобновили аварийный ямочный ремонт дорог. В текущем году к работам по аварийно-ямочному ремонту мы приступили 16 февраля. Небольшой был перерыв, когда у нас были особо интенсивные осадки в виде мокрого снега, дождя. На период до начала нормального карточного ремонта, то есть до середины, точнее до конца апреля, планируем ямочный ремонт литым асфальтобетоном сделать на площади 13950 квадратных метров. Сегодня уже приведены в порядок почти 2000 квадратных метров улиц Самары. Для данных работ задействовали 3 установки «Кохер» с литым асфальтобетоном и, соответственно, 3 бригады на подготовку карт для залития. После схода снега число бригад увеличат вдвое. Технология надежная, соответствует всем требованиям. Сейчас, кстати, литой асфальт по новому ГОСТу идет. То есть даже в такую погоду, то есть соответствует технологии этой работы. Метод горячей литой асфальтобетонной смеси не боится любой непогоды. Смесь разогревают до температуры выше 200 градусов. При распределении ее по подготовленной поверхности ямочной карты вся жидкость выпаривается, не оставляя шанса пустотам. Гарантия на такой ремонт 6 месяцев. Ну, что сказать, молодцы, начали ямочный ремонт делать. Молодцы, что сказать. Ямочно-ремонтные работы чаще проходят в часы наименьшего трафика, чтобы не создавать пробок и не мешать автомобилистам. За ночную смену, это время с 8 вечера до 8 утра, дорожные рабочие успевают привести в порядок около 65 квадратных метров автодороги. Светлана Кудрявцева, Гульфия Асафина, Сергей Баскин. События.